Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Nike Rally Play. Давно не было серии на данном проекте, последняя серия выходила около 2 недель назад. Но сегодня вам покажу интересные вещи, а именно обновления, которые произошли за то время, пока я здесь не снимал. Я надеюсь, что вам понравится это видео, набирайте 100 лайков на этой серии, и выходит новое видео по проекту Nike Rally Play. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, первое, что бы я хотел вам показать, это система доната, она обновилась, и теперь здесь есть 2 донат-счета. Один получается тот, с которого вы получаете бесплатно донат за счет того, что кто-то донат на сервер, какой-то процент идет всем игрокам на донат-счет. И есть получается основной счет, который вы уже сами донатите. Вот видите, бонусный счет — это донат, который идет с проекта. А основной счет, который вы сами донатите. Также добавили новую возможность — это настройка аккаунта. Здесь вы можете настроить аккаунт так, чтобы вам было удобно. Здесь вы можете настроить безопасность, прочие настройки. Вот здесь их достаточно много, и все они как бы полезные. Вы можете настроить игру полностью под себя. Оптимизация FPS можете также сделать. То есть отображение 3D текста, отображение пикапов. Все, короче, можете сделать под себя. Если у вас слабый ПК, вы можете все это выключить, и все будет намного лучше работать. Также есть кнопки персонажа, в принципе, которые вы можете также забить, как вам удобно. И есть кнопки для автомобилей. То есть настроить вы можете игру полностью под себя. Давайте теперь вам покажу систему улучшения дома. Здесь все легко и просто. Пишем команду HeyMenu. И здесь получается, вот у нас есть улучшение дома. И мы можем его очень даже хорошо улучшить. И добавить в него очень интересные полезные функции. Ну вот, видите, я полностью это улучшил, получается, и потратил довольно-таки немного денег. Также в доме есть подвальное помещение. Здесь недавно поменяли интерьер, давайте мы его как бы посмотрим. Вот так выглядит, получается, у нас подвальное помещение. Ну, довольно-таки симпатично, в принципе. И мы можем здесь что-нибудь делать, я так понял. Либо выращивать коноплю, либо еще что-то. Ну, то есть какая-то функция, я надеюсь, у этого подвала есть. Также пацаны добавили систему гаражей. Вот такой вот гаражный кооператив находится в Южном. И здесь вы можете спокойно себе приобрести гараж и им пользоваться. Также в нем обновили интерьер. Так, вот мы подходим, получается, и нажимаем войти в гараж. Ну, блин, интерьер довольно-таки симпатичный. Но, я так понял, в личном доме тоже есть интерьер, получается, но он немножко другой. Но, к сожалению, у меня есть дом, но там нету гаража, поэтому я вам этого показать не смогу. Гидропоновая ферма, снять розыск, сбор оружия. То есть в гараже вы можете какую-то ферму сделать, снять розыск можете и еще собрать оружие. То есть функционал у гаража не просто, чтобы здесь машина стояла. Здесь вы как бы еще в гараже можете чем-то еще криминальным заниматься. То есть вот, снять розыск можете там. Кстати, давайте улучшим полностью наш гараж. Короче, здесь нужно какие-то семена покупать и их выращивать. Возможно, их можно продавать, либо это будет как наркотики, вы сможете их использовать, чтобы повышать свое ХП. Но так я снятие розыска вот улучшил, получается. Закрыть дверь гаража, в принципе, можно, чтобы к нам никто не зашел. Ну, реально прикольно, пацаны, реально прикольно. Следующее, что бы я хотел вам показать, это интересная система. Да, она донатная, но она очень интересная и классная. Давайте я вам покажу. То есть вы вокруг дома можете ставить объекты. Да, не за донат, но зато это очень даже прикольно. Итак, получается, у нас здесь есть разные объекты. Маленький забор, средний забор, двойные ворота там и так далее. Конечно, у меня дом не подходящий для этого, но давайте я все равно вам это все покажу. Так, давайте как-то встану поудобнее и построим себе здесь какое-то, не знаю, парковочное место, либо что-то типа такого.
потом, получается, вы подаете свой объект на одобрение, к вам телепортируется администратор, и вам, получается, ставит эти объекты. То есть вы сначала их сами выставляете, потом вы подаете заявку на одобрение, и потом телепортируется администратор, и все это как бы одобряет. И я сделал себе вот такую вот парковочку, вот такую вот арку сделал у себя дома. Не, ну смотрится довольно-таки неплохо, только я немножко забор криво поставил. Ну, пацаны, я это делал первый раз, поэтому не судите строго. Я бы мог делать получше, но я как бы этим занимался первый раз, и как получилось, так получилось. Итак, пацаны, следующее, что я хотел вам показать, это лаунч-контроль на автомобиле. Он тоже покупается донат, но давайте посмотрим, как будет вообще эта система. Так, вот получается, лаунч-контроль 750. Начальное ускорение для транспорта, лаунч-контроль будет привязан к ТС навсегда. Использовать газ, тормоз одновременно. Хорошо, принять. Так, донат-услуга успешно приобретена. Окей, давайте теперь попробуем, что вообще это за лаунч-контроль. Почему-то я думал, что толчок будет намного сильнее, но давайте попробуем еще раз, в принципе, что это у нас такая за система. Так, оп. А, вот, гоу-гоу-гоу, надо ждать, пока появится. Не, ну, в принципе, кстати, бэха довольно-таки начала быстро ехать. Реально, даже очень быстро. Ой-ой-ой-ой-ой, тормози, дядя. Опа. Не, ну, система довольно-таки прикольная. Давайте еще раз попробуем. Вот, получается, мы зажимаем газ-тормоз и ждем, пока у нас появится надпись типа гоу-гоу. То есть это у нас получается ускорение. Также исправили множество багов, добавили много чего еще интересного, но самое интересное я вам уже показал. А так можете просто зайти на сервак и посмотреть, что еще добавили. Либо зайти просто в группу, получается, проекта и посмотреть посты, в которых писалось про обновление, что там добавили. IP и сервер будут в описании, всем советую зайти поиграть. Модпак также будет в описании. Там автоустановщик, поэтому установить его будет очень даже легко. Всем советую поиграть на этом проекте, потому что я записываю на данном проекте уже третью серию. Также я здесь проводил стрим. Проект, честно, мне самому нравится. Я вам тоже здесь советую попробовать поиграть. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.